Добрый день. Там Россия собирается внести еще одно предложение, его деталей я пока раскрывать не буду, которое направлено на решение проблемы цивилизованным путем и не должно вызвать никаких нареканий. Výzva. Vzít v úvahu, že v podmínkách protiruské hysterie rozvinuté USA byly informováni o nadcházejícím rozhodnutí Ústavního soudu České republiky a nadcházejícím výroku ministra. Хочу сразу подчеркнуть то, что я говорил уже и вашим официальным представителям, то, что говорили наши официальные представители в Москве. Никаких обвинений в этой связи в адрес Чешской Республики с нашей стороны никогда не выдвигалось и не выдвигается. Принимавшие решение о выдаче поставили во главу угла пресловутые союзнические обязательства и не учли всех факторов и обстоятельств этого дела. Те, кто се розгодовал о выдании, дали предпочтение нотарической спойнецкой солидарите, спойнецким завязкам. До новых встреч! До свидания!